Так, делаем быстрый борщ. Нагреваем кастрюлю. Наливаем подсолнечное масло или оливковое, какое хотите. В нагретое масло высыпаем лук репчатый. Кидаем стебли сельдерея и морковку. Кусаем. То есть как бы поджариваем, как на сковороде. В это время ставим чайник, кипятим воду. Солим. Добавляем специи по вкусу. И когда уже чуть-чуть поджарилось, лук с морковкой поджарились, выливаете воду. Весь чайник. В зависимости от того, какого размера у вас кастрюля. У меня будет 2 чайника. Добавляете свеклу, картофель. Добавляем теперь томат. Томат очень важно выбрать такой, который вам нравится. У меня экологический итальянский. Не томатная паста, а именно томат. Должен быть очень вкусный. От этого зависит вкус борща. Вот я сейчас вылила 1,5 пачки. В зависимости от того, сколько воды у вас, какая кастрюля, вы регулируете сами по вкусу количество всех ингредиентов. И выливаем 2-й чайник кипяченой воды. В смысле, только что закипевшей воды. Пока это все варится, режем болгарский перец. Болгарский перец и чеснок. Капусту. Как картофель готов, борщ можно есть. Приятного аппетита! Да, и конечно нужно потом вытащить и выкинуть вот этот вот перевязанный веревочкой сельдерей.